Всем привет, дорогие друзья, с вами Даша, это канал Самсолнышко Плей, и сегодня мы посмотрим с вами очередную демочку по игре Dark Fracture. Так, что же это у нас за игрулечка такая? Демка эта вышла еще в августе 2020 года, то есть, ну, игра до сих пор не вышла, то есть над ней до сих пор работают, ну, довольно долго для хоррора. Итак, это психологический хоррор. Вы исследуете постоянно меняющийся мир, в котором сливаются реальность и кошмары. Пройдите по грани безумия в образе сметенной души и спустите самые темные бездны человеческой психики. Не верьте ничему, что вы видите. Вот такое вот интереснейшее описание. Давайте посмотрим, что это такое. Dark Fracture, пролог означает, что вы пройдете одиночную сессию. Так она будет кооперативкой, что ли? Момент. Не знаю. Интересно, так Steam пишет, что игра схожа с тем, что вы играли, показывает демонологистов из Мафобии, но при этом написано, что для одного игрока. Непонятно. Окей, посмотрим. Его сломленный разум. Короче, что-то про сломленный разум там был. Не успел перевести. Сколько времени прошло? Мне нужна сигарета. Где моя чертова зажигалка? Зажигалка? То есть мы тут без фонарика будем ходить, да? Все понятно, все понятно. Пролог Dark Knights. Блин, забавно так капают эти кровишки. Так, вот сигаретки нашла. Мартардо. Да, я выкуриваю пачку в день. В общем, сегодня наш друг будет переводчик, как обычно, когда мне неохота переводить. Я выкуриваю около пачки сигарет в день. Я действительно не верю, что можете здесь работать, если вы не завышенный курильщик. Это привычка, и когда мне удается посетить город, я покупаю все, что могу, поскольку этот объект так изолировал, но, по крайней мере, они дешевые. Чё? Ладно, окей. Поехали дальше. Знаешь, что уже приятно, что... О, это... Стоп! Это вот... А, это пульт какой-то или что такое? Подожди, опять зажигалка. Здесь я ничего вроде не могу взять. Мне уже нравится, что не похоже на какие-то стандартные пресеты, да, из которых у нас в последнее время пилятся все хоррор-игры. Хотя, по-моему, вот это радио я уже видела много раз. Но не важно. Ладно. Образец отчета 37782. Я... Всегда предполагал, что работа на ферме телов. Ферма телов. On a body farm. Чё? Исследование будет захватывающе. Оказалось, что это большинство занимается отчетом проверки мертвых тел один за другим. Так. А чё на бумажке? Подожди-ка. Мы как какой-то криминалист. Кто там занимается телами там? Образец, та-та-та, перед посадкой выделили 25 мл соединения какого-то. Сама процедура прошла гладко. Субъект миновал преклонный возраст до того, как стал профессиональным человеком. Чего? Что происходит? Я бумажку читала. Так, это мои таблеточки, давайте выпьем, пожалуйста. I'm fine. Нет, ты не I'm fine. Пожалуйста, выпей таблетки. Пожалуйста, выпей чертовы таблетки. Почему он их не пьет? Какой fine, ты дурак? Я, блин, записку не успела прочитать, у меня глюканы какие-то пошли. Подожди, мы зажигалку ищем, стой. It's jammed. Какой jammed? Блин, иди в жопу. Где зажигалка твоя? Пипец, бардак. Роуд. Что такое? Роуд. Где может быть его зажигалка? У меня уже глюканы пошли. Знаешь, на что похоже? На этот. На Visage. Там прям такая же история. Потому что ты когда ходишь, чаще вот какие-то глюки начинаются, если ты долго в темноте находишься. Ну вот эта вот тема, да, которую я не люблю. Где твоя? Черт. О, туалетная бумажечка. Вот это нам пригодится. Наверное. Штанишки подтирать. Ты, господи. Не могу открыть.
Не-не-не-не-не-не, я пошутила, не надо так делать. Кофеечек. Можно будет в призрак... На, вот так вот в призрака кидать, или кто там будет за мной охотиться. Подожди, сжигалку-то найди, пожалуйста, свою, а? Что это такое? Тоже выкини. Все как говно подбирает. Дима, черт, зажигалка, что такое? Глубокая психология, вот оно тебе надо? Это мой ребенок? А что какая? Фото Джеймс? Это последнее фото Джеймса, которое я видел, которое я сделал. Оно приносит немного воспоминаний, я действительно скучаю по нему. Блин, у меня опять глюканы пошли какие-то. Ну не глюканы, а... О, ключи. Окей. Это ключи от офиса. Но где мой фонарик? Или кто-то зажигалка? А я знаю, что ли, где? Ты такой интересный вообще. Куча таблеток каких-то разбросан. Пойдем, выйдем. Так, большинство дверей и что-то там интерактивные. Ну, что-то закрыто и может быть открыто специальным ключом. Нажмите потом, что хорошо. Знаю такое. It's a little dark in here. Maybe I should turn the lights on. Ну, я думаю, да. Говорит, слишком темно, мне следует найти какой-нибудь свет. А я что, против? Ты мне скажи, где свет-то? О, вот свечка есть, кстати. You need a working lighter to light a candle. Короче, надо искать зажигалочку. Зажигалочку надо искать, но мы, по-моему, уже все ящики перерыли. Так, это вдохлёбка. Блин, ну меня как-то напрягло, конечно, то, что тут вот этот момент с глюками начинается. Но нету зажигалки, блин, я не знаю, куда ты ее дел. Но она где-то тут должна быть 100%. Ну а где? Ладно, с киндером вряд ли. Здесь тоже нет. Ну тут я не могу. О, я прыгать могу, ёлки. Ну где она может быть? Ну только вот в этих... Ой, игрушечка. Это же это, Фредик. Блин, может я успею сейчас прочитать? А то мне в прошлый раз призраки не дали, или кто там был. Теодор. Теодор его зовут. 7 лет назад пассажир до меня оставил его на автомобильном кресле в Такбо. Что это такое? Неважно. Его загадочная улыбка привлекла мое внимание, и с тех пор мы стали лучшими друзьями. Много говорит, но отлично слушает. Я всегда интересуюсь, на что он смотрит. Чё? Чел, у тебя все? Окей. А, так стоп. Наверх он смотрит. Но там ничего нет. Чё ты меня обманываешь? Стоп. Ну тут нет ничего. Как вот это открыть? Не открываться. Здесь тоже ничего нет. Здесь чипсы какие-то. Ты где их взял? Почему они у тебя валяются? Классические. Получить фаршированные картофельные чипсы. Мой любимый бренд. Вкусный, хрустящий. Слишком плохо. Эта сумка пуста. Что? А, это пачка пуста. Что? А что за музыка? Да что? Почему? Я не хочу выходить из этой комнаты. Мне как бы в ней страшно. Чё-чё-чё? Если вы не уверены, что делать дальше, проверьте замечание в журнале. Так это я... Ну, я поняла, что... Нашел ключ. После последней сигареты я стал зажигалку внутри шкафчика в раздевалке. Мой коллега Норман был обычно невыносим. И я просто не могу больше сделать с его... Чё? Я потом шел перекурить, а тогда оставил свою зажигалку, я должен собирать это. Я поняла тебя, но ты предлагаешь идти в раздевалку в кромешной тьме вот этой? Или чё? А как мы пойдем? Ну типа темно же, очень. Ручка, не надо мне ручку. Не, ну серьезно, ты предлагаешь мне выйти наружу, ну вон туда без зажигалки? Ну ладно, пойдем. Я не вижу ничего. Это окей?
Мне кажется, это не окей. А, стоп, так вот же свет. Ёшки мои, ёшки. А, так я же в морге, да, работаю? Или где? Блин, какая дерьмовая работа. А можно что-нибудь нормально? The section is available during demo gameplay. А, недоступно в демке, говорит. Ну окей, нам нужно в раздевалку. А где может быть раздевалка? А что-то здесь тел никаких нет. Где все пацаны? Так, посмотрим. Записулечка какая-то. Очередной репорт. Очередной репорт. Очень интересный случай. Она все еще там в одной из наружных клеток. Мне нужно проверить все и всех, когда что-то пройдет. Тело неизвестной женщины было обнаружено близлежащего леса. На теле были серьезные рваные раны и отсутствовала рука. Хотя причина состояния тела так и не была обнаружена. Во время последствий проверки тело было обнаружено в замечательной форме. Что? За последние полгода наблюдений и вскрытия, проведенные до сих пор, тело претерпело ранней стадии разложения на ранней стадии. Однако кожа и конечности были полностью восстановлены. Чё? Обратите внимание, тело, кажется, имеет двигатель к северу от того места, где он был впервые посажен. Что? Стоп. У нас какие-то демонические штучки, что ли, убил? Так, ключики забирал. Чё, его на брелок в моем офисе? А, ну пойдем. Ну какой-то брелок хочет, надеюсь, ключи. Стой, так нам в раздевалку сначала надо было, по-моему, пойти, нет? Где же моя зажигалка должна быть? А какой шкафчик мой? Это не мой. Какой-то... А, это мой. Что это? Кондиционер? Это то, что мне нужно сейчас, конечно. Стой, так тут нету зажигалки. О, дом, милый дом. А, вон зажигалочка. Ура! The lighter use the second source of light. You have limited amount. Спасибо большое. Короче, ну чисто visage начинается. У нас, то есть, будет кончаться запас газа. Зажигалка используется как вторичный источник света. В зажигалке ограниченное количество жидкости, поэтому используй ее разумно. На нем у него могут быть временно воздействующие факторы окружающей среды и событий. Нажмите, чтобы снять телевизор. Какие, блин, окружающие сраные факторы? Oh, crap. I almost forgot about the pill. Take the pill. А я тебя просила выпить таблеточку. Ты почему не выпил? Объясни мне. Well, I better do it the way they asked. With all these cameras around, feels like they're watching my every move. Очень много текста за раз. Ключ от входной двери, ведущий к ферме, телов наверху. У меня долгая смена, поэтому я не могу думать об уходе. Обязательно буду уволен, если я этого не сделаю. Мне очень нужно сохранить эту работу. Слушай, я так понимаю, у тебя какие-то проблемы, беды с башкой? А ты еще работаешь на ферме какой-то тел? У тебя все окей, чел? Типа... Это как-то странно. Эдвард, к тому времени, когда ты прочитаешь это, меня больше не было в вашей жизни. Я поменял номер телефона, забрала свои вещи, останусь в отеле на некоторое время. Я оставил ваши ключи на столе, мне они больше не нужны. Я просто не могу видеть, что ты это делаешь. Я любил тебя, Эдвард. Я до сих пор люблю тебя. Именно поэтому я не могу увидеть это. Нажмите, чтобы продолжить. Чё? Я любил тебя, Эдвард, я все еще люблю тебя. Именно поэтому я не могу... переварить это зрелище. Я не смогу тебе помочь, если ты будешь сражаться со мной на каждом шагу. Я не буду стоять в стороне, пока ты уничтожаешь себя. Уничтожаешь нас. Я не знаю, я знаю, что я эгоистична, я знаю, что это должно быть больно, но мне тоже больно. И сколько бы мы ни говорили, мои слова так и не дошли до тебя. Мне жаль, что так должно быть, но я знаю, что если бы я пыталась общаться лично, я бы передумала. Поэтому, прежде чем это произойдет, я ухожу. Goodbye. Меня бросила девушка, очевидно. Этот кошелек был подарен мне. В общем, хранит хорошие воспоминания. И то, что я забыл. Что-то банк там, так у меня банковская... А почему ты банковскую карточку хранишь в ящике? It's okay. Так, бананофлор. Мне нужен этот бананофлор сейчас. Подожди, а где мне взять зарядку-то? О, свечка, кстати. О, кайф, чил.
Не знаешь, что надо? Ну, заправку для зажигалки, нет? Что происходит вообще? Кто-то мылку уронил, кстати. Здесь что-то страшное произошло. Уроненное мыло к добру не приведет. Я понимаю, я так понимаю, мне в офис надо обратно. Выключу фонарь. Мне же надо таблетки принять. Я же психопат. О, вот это мое. Принимаем, нет? Да как нет-то? Что за чудный человек, а? Ничего не понятно, но очень интересно. Время для моей ежедневной дозы снова. Таблетки с таблеткой день за днем. Я перестал заботиться о том, для чего предназначены эти сомнительные лекарства. В конце концов, я еще жив. Что касается побочных эффектов, ну, я не могу точно сказать, потому что я не всегда был стабильным сначала. Что странное, так что они строго требуют, что у меня потребить это перед зеркалом в ванной комнате жила... Понятно. О май гад! Говорит, обязательно в туалете перед зеркалом надо употреблять таблетки. Почему-то это очень важно. Это очень странно. Так, нам для девочек мы не пойдем, мы же мальчик. Yes. Что тут как жутко? Так, ну давай принимать таблеточки. Я готова. Инвентарь. Так, таблеточку выбираю. Таблеточку. Ой, не рит. А, стоп. Вот. Я уже поняла, в чем сок. Множество случайных паранормальных событий произойдет в течение игры. Такие события будут нагружать вашу, ну, ваш разум. Ваши действия также повлияют на ваш разум. Попробуйте сохранить его, чтобы пройти игру. Нажмите слишком низко, и вы можете... Что? Нажмите слишком низко. Теперь покурить надо? Типа выпил таблеточку, закурить осталось? Кто тут двери закрывает, я не понимаю. А где мы будем курить, в кабинете, что ли? Мне кажется, нельзя в кабинете курить. Блин, ничего не понятно пока. Давай дверь закроем, что-то там жутковато. Так, где сигаретки-то мои? Так вот тут они. А, вот. Беру? Нет, не беру. О. Хорош. Ну, я сделал так, как мне сказали. Браво, я могу продолжать работать здесь и выполняю указания администрации. Я узнала о нескольких слепых зонах, где я получаю перерыв от их непрерывного следствия. А, видимо, тут камеры стоят, и есть какие-то места, где можно покурить. Я обычно курю в проходах классовой. У меня есть там секретное место со ступенькой пепельниц, которое всегда оставляю. Это одно из единственных мест вне последствия камеры. Я всегда могу охлаждаться курятом. В проходах классовой. Это где это? Сторрум. Секретное место нашелся. Нифига себе, классно, конечно. Да куда? Какое-то из этих страшных мест, скорее всего. Сюда? Ну, похоже на то. Обычно на лестнице курят, нет? Там дождик что-то идет. Заперто. I will need to finish the shift down here before I even think about leaving. И все равно думаю... А, это... Нет, слушай, это уход вообще из игры, походу. Ну, домой, когда пойдем. Значит, не сюда. Так, спокойно. Не нервничай. Или нервничай. Голоса какие-то начались. У меня шизофрения? Если да, то тогда все понятно. Кринж. Куда идти-то? Я какие-то голоса слышу. Мне нужно курить подальше от мертвых тел, говорит. А в какую комнату-то надо идти? О, женский туалет, кстати. А-а-а! Зажигалка кончилась? А чё, я так мало её использовала?
В смысле, слушай, так мы же таблетки приняли, почему это... Почему опять началось? Так, ну здесь точно должно быть что-то с газом связанное быть. Нет, неужели? Какой-то... Тут как-то стрёмно. О, во, моя пепелка. А у меня зажигалка кончилась. Где мои чёртовы сигареты? Так в смысле? Я же тебе показывал где. Серьезно? Камон, ну чел, ну я же тебе все показывала, ну... Множество объектов в этой игре интерактивные и могут быть использованы где-то, короче. Что это такое? Это интерактивный объект? Стоп! Зачем ты выкинул-то? Зум? Роу, да не надо бросать! Так, что это за... Ёб твою мать! Подождите! А куда это? Куда это? Чё ты хочешь? Я не понимаю, что делать-то. Мне надо это тащить куда-то? Я не знаю, я что-то взяла её и всё. Так, всё, спокойно. Эй, кто это? Не открывает. Ну пойдём, раз important call. Что происходит, блин? Сейчас, сейчас, алло. Черт. Пропущен звонок. Мне надо вернуться к работе. Какой работе? Ты еще покурить не сходил. Вот сигаретки. Он опять их не берет. Он охренел? Он меня задолбал уже. Какие-то, блин, все путаются в своих показаниях. Проклятие. Я пропустил телефонный звонок. Это может быть важно. И кто-то, возможно, приходит проверить меня. Я бы лучше занят, что, насколько я помню, морозильные камеры занимают 6 телов. Предназначен регулярный контроль. У меня есть еще несколько часов до окончания смены, но когда я закончил, я также должен проверить процесс разложения наружных клетках. Что ты несешь? Короче, ты уже курить не хочешь, я правильно тебя понимаю? Мы уже идем тела смотреть. Не вижу ничего. А где они, тела, по-моему, вот тут, что ли? Вот тут вот? Нет, здесь лифт. Здесь? Моментик. Приказывает вынести каждую тележку из морозильной камеры перед обычной проверкой тела внутри. Оставление тележек внутри комнаты может повредить морозильную камеру и не разрешается. Так, это что, этот ассистент морга, что ли, начался? Чего надо сделать сначала? Подожди. А, уверен ли я, что хочу открыть морозильный камеру, прежде чем вывозить тележки? А я не знаю, я что, шарю, что ли? Ну, я вот вывезла тележку. Так, а как ее отпустить? Все, отстань. Все, могу открывать теперь. А, еще одну нужно вывести. Все, поехали. Ну ты бы так сразу сказал, я думал, там одна. Все, все. Блин, я тут надо их как-то подвинуть, чтобы мне удобно было убегать, если что. Так, все, стоим. Так, господа, давайте проверочку делаем. Пусто. Пусто. Спасибо. Кто там баловался? Где тела-то? О, добрый вечер. Как это вытащить? Оно не вытаскивается. Тоже пусто. А какие-то определенные надо смотреть? Вот еще, ну вроде с ним все нормально. А что так тихо стало? А что так тихо стало? Подожди. Да. А что делать с ними, я не поняла. Он сказал 6 тел. Я... А, стоп. What? Что за черт? Fucking hell, body is missing from the freezer. Fuck, I'd better use the office phone to report this immediately. Давай, побежали. Тело, говорит, пропало, прикинь. Ой, не туда побежала.
А куда это она пропала? Она офигела, что ли? Так, куда ты хочешь? Кому-то сообщить? Телефончик? Алло, давай позвоним, скажем. Тело и телу и позвонила этому, да? Новый журнал. Мне это радио уже. Давай выключим. Все, хватит. Так, а что делать теперь? Возможно, думаю, что он ведет очень смешно. Я не понимаю, кто мат это был на этой линии. Я не могу сейчас разбираться с этой грязью. Подожди, там какая-то новая запись, да, появилась? Да. А, на телефонной линии повреждено, и этот сдвиг становится странным. Я направляюсь на линию Денилона, приходя с далекой стороны морга. Тело пропало, и странный объект просто появляется из ниоткуда. Но я уверен, что есть логические объяснения настроить, чтобы узнать, где те... Что? Я ничего не поняла! Что ты говоришь? Блин, переводчику дурно. Я не знаю, либо какие-то слова странные используют, либо... Либо я тупая, или чё? Чё, уходим домой? Сюда? Где же были линии вот эти, нет? Вот этот не оно? Да все, поехали отсюда, если что-то чертовщина какая-то происходит вообще. Все, погнали. Ну, блин. Ну, ладно тебе. А что делать, я не поняла. Что-то там с телефонной линией связано. Давай еще раз позвоним. О, стоп, а куда трубку-то? Ты что не положил трубку? Положи на место. Ой. Я не поняла. Звук какой-то слышу. Вот тут. Вот, фотик, hey. Фотик. Кто Who's здесь? Да-да-да, я тоже слышу. Это тело не должно быть здесь. Это потерянное тело. Эта камера часто используется для фотографирования, ну, видимо, мертвых телов. Мертвых во время вступления или документирования, ход разложения. Оно имеет яркий фонарь и прикладывается. О, я заберу себе. Вспышку камеры можно использовать как неограниченный источник света. Нажмите 2, чтобы установить или снять камеру. Зашибись. А как ее использовать? Подожди. Щелкай. Стоп! А как щелкать-то? Да ну жопу. Убери камеру. Убери камеру. Так, слышь ты, мертвое тело. Тебя надо увезти отсюда, я так понимаю. Тележку надо, мне кажется, привезти. Ну, по логике вещей. По логике вещей нужна тележка. Повернись, пожалуйста. Она не вертится. Ладно. Блин, как её... Да ёб твою мать. Now what? Power's fucked. Fuse box should be in the storeroom. У нас что-то с электричеством произошло, да? Что-то выбило, там пробки какие-то. Нет энергии, и Гейн, говорит наш герой. Снова нет электростанции. Электростанции нет, электричества. Это место такое... Что? И неудивительно, оно разваливается. Ну серьезно, какое безупречно плохое время? Проверьте коробку предохранителей в классовой и выясните это. А где классовое? Это какое место? Я вообще не помню, какие тут места, чего, как. А, я помню, где это. Я знаю, где это. Это там, где мы с тобой... Курилка, где наша с тобой.
Нет, это раздевалка. Это Маргуля. Это туалеты. Ёб твою мать. The Flame. А, поняла, окей. Так, сюда. Where the hell am I? Чё, с какого моду? Я не знаю, что это такое. Чё-то наляпали. Варенье какое-то. Ой! Ой! Поздороваемся? Ну, можешь меня схватить? Нет. Блин, такие смешные. Ай, пустите, а чё? Зажали меня, прикинь. Какие-то ручища. Ну все, у нас глюканы пошли вообще лютые. Все, отстаньте. Ёб твою мать! Что это было такое? Так, вот тупо. Так, что тут делать? Просто нажимать? Просто тыкать? Эй! Так включай! Emergency lights. Emergency lights are working now. I should locate my medication quickly. Чё надо? Таблетки опять выпить, что ли? Ты ж только что выпил таблетки. Включены аварийные светильники. Они дают сильное освещение и работают только на небольших частях помещений. Но это лучше, чем ничего. А теперь я, по крайней мере, могу видеть, куда иду. Место борьбы в темноте. Это хороший шанс пойти и приобрести мое лекарство. Хранится на шкафе в офисе. А, все понял, где? Понял. Так я же тебе сразу говорила, возьми таблетки. Блин, какие мерзкие света. Не вижу, куда иду. Нихера я не вижу. Что-то какая колбаска какая-то. А, да хорош! Колбаска какая-то проехала, хорош! Да ебашу мать! Не! Быстрей! Таблетосики! Таблеточки! Бегом! Так, пилюльки, пилюльки! Твои персональные антидепрессанты может быть использованы, в общем. It can be fun. Окей, я поняла, что мне надо их юзать. О, так у нас... Быстрей! 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 Я выпила, я, по-моему, 3 штуки выпила. Все. Можем позвонить теперь? Там кто-то топает. Стоп! Я молюсь, чтобы все эти странные вещи перестали происходить, но у меня поглотило чувство, что это безумие так останется на ночь. Я... Чё? Скрыл? Ты не знаешь, что... О! Что-то как-то все плохо стало, подожди. Это нормально? Что-то меня расколбасило. Где ключи? My locker. С этим слишком тяжело справиться. Они могут меня уволить, если захотят. Но я останусь здесь не для того, чтобы сойти с ума и быть похоронен заживо. Ключ выхода в моем шкафчике. А, помню где. Ладно. Пошли, возьмем. А шкафчик... Не надо мне тушить, пожалуйста. У меня кончился фонарь. Окей. Как? Как вот фотоаппаратом пользоваться? Подождите. Зажигалка не работает, все. О, работает. У-у-у! Гуляем. Блин. Походи, тут теперь они все закрыли. Ходишь тут как дурачок. Так, где там раздевалка? Здесь? Нет, здесь морг. Вот раздевалка, ключ. Ключ! А, точно. Где ключ? Я видела его здесь ранее. Так и было. Тут что ли? О, ключик. Это мой. Спасибо. Okay. So at least I found the key.
I'm getting out of this fucked up place right now. Бежим! Ну, она сейчас какая-нибудь хрень здесь встретит. Я выход уже нашла заранее, да, он здесь. Ёб твою мать! All these chains and locks weren't here before. And the door handle, it's just gone. Чё-то как-то, да, прикол. Я не могу, типа, понять, как это открыть. А я, ты думаешь, я понимаю? Жесть. Кринж какой-то. Слушай, ну может хоть один замок как-то подойдет, нет? А нет и запасного выхода какого-нибудь? Вообще, я думаю, надо таблетки принять, и тогда мы сможем выйти. Так, что ты предлагаешь делать? Подожди. Это просто абсурд. Ключ выхода был привязан к некоторой цепи, которую я никогда не видел раньше. А здесь все становится страшнее с каждой минутой. Мне нужен план игры. Я поднимусь наверх, чтобы... Чё? Короче, он говорит, ну просто, что я тебя свалю отсюда. Так стой, а как? Как я отсюда свалю, если я не могу ничего открыть? Просто возвращаемся назад, значит. Ладно, пойдем. Где же мои демоны? Демоны, демоны. Ау! Больно же! Ну супер. Не, я понимаю, но я же не вижу ничего. Что-то выглядит все как кровь. Что происходит? Я ж не знаю. Что это там в башке? Какие-то рычания. Что делать-то теперь? А, вот он написал что-то новенькое. Эти темные влажные следы очень похожи на кровь. Я почти уверен, что не хочу знать, куда они ведут. Но поскольку кажется, что я застряла здесь в любом случае, я не думаю, что хочу просидеть, пока все происходит вокруг меня. Я думаю, что я должен изучить и узнать, куда ведут эти тропы. Ты че, дурак, что ли? Ладно, давай таблеточку бахнем. Так, еще какие кровавые следы? Вот это, что ли? Стой. А, это откуда мы с тобой вышли? Окей, пойдем посмотрим. Так... Что-то змейка какая-то пошла. Кровавые следы. Жидкий туалет. А, нет, смотри, слушай. Так они много куда ведут. Так. Одно ведет сюда. What is that? Что это такое? It must have caused the walls to crumble. Looks like Чё? Some sort of handle could fit here, but for what? Сегодняшняя смена серьезно проверяет мои границы. Я не понимаю, откуда строится... Чё? На некоторых них ведут к этой трубе. Возможно, ручка клапана, которая упала на пол раньше, как-то с ним связана. Если свернуто место... А! А мы ее куда выкинули с тобой? Где-то вот здесь в коридоре. Я куда-то сюда ее выкинула. Вот она, да. Берем. И не... А что ты... Что он присел как-то странно. Вот. Крутим теперь или что? Че, какой-нибудь портал в ад откроется. И чё? А чё даёт-то это? Подожди. Давай крутанём. Ну, окей. Так, а у нас еще там были какие-то... Ёб твою мать. Это такая плохая идея. То есть сюда мы не пойдем, да? О, смотри, косточка какая-то. Можно взять? Нельзя. А есть? Тоже кости какие-то. Блин, пацаны, ну извините, мне придется через вас пройти. Только не бейте. Не щекотите только. Не щекотите. Так еще. Ну хо. Капец, они смешные. Так, я тоже могу кидаться стульями. На! А как кинуть? А, ты. Все, да еб твою мать. Ты, да хватит и бояться, нормально все. Каждый день такое вижу.
Так, кости, кости. Деф. Деф. Вау! Свет! Фью. Пипец у него, конечно, глюканы. Ой, это вот та фигня, да, которую мы с тобой видели? Какая-то толстая, да. Прыщ какой-то. О, господи, что такое? Гигер? Ой. Это должен быть ночной кошмар. Что здесь, черт возьми, происходит? Что-то, черт возьми, происходит, действительно. Ой. Блин, 40%. А у меня таблетки есть еще. А, блин, ну не дает дать таблетки. Пожалуйста, помогите мне. Нет, нет, нет. Спасибо вам за игру Dark Fracture. Пролог. Your gameplay. О, нифига, 43 минуты. Неплохо, неплохо. Ну что я могу сказать? Меня немножечко напрягает такой геймплей. Ну, когда у тебя фонарь. Ой, когда у тебя зажигалочка. Нужно ее там заправлять. Ну, хотя здесь мы не заправляли, она просто как-то автоматически сама откатывалась нормально, и все. Вот эта тема с рассудком, да, получается, что чем меньше у нас рассудка, тем больше шансов нам, видимо, встретить какие-то кошмары и, собственно, от них умереть. Вот, но это прям очень сильный закос на Visage, именно по механике игры. В общем, не знаю, пока какие-то такие двоякие ощущения, ну, непонятно, чем это кончится, но вообще в целом тему, что мы играем за психопата, получается, то есть это все в целом нереально, это просто надо таблетки вовремя пить, и все будет нормально. Вот, ну не знаю, посмотрим, игра долго разрабатывается, может быть, это всего лишь был пролог, да, возможно, что полная версия игры, она будет прям вообще безумно крутой, безумно страшной, в общем, будем ждать. А когда она выйдет, правда, я не знаю, по-моему, пока еще не указано. Ну, просто написано, что будет доступно там в 2023 году. Вот, ну, ждем, пока 2023 у нас идет. Ну что, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И всем пока.